как сделать уборку дома и при этом ухаживать за руками, чтобы они не пересыхали, становились все лучше и лучше, друзья. Я познакомилась вот с такой компанией, называется она RSAC. Сейчас расскажу, как познакомилась. Дело в том, что у меня есть собачка, пекинес, и у нее ужасный зуд у него. Вот прям, знаете, ночами не давал спать, мы просыпались от того, что он чешется. И питание все вот делали, но не могли решить эту проблему. На форуме я постоянно зависала, смотрела, что там, ну, у массы есть животных такие проблемы. И вот я в чате увидела такое сообщение, женщина написала, что купила гель желтенький, вот такой вот тюльпан называется, да, и у мужа то ли нейродермит, то ли что-то такое, он помылся этим гелем, и все, вот прям зуд начал уходить, и тело такое прям вот скрипит, такое вот классное, вот. И я решила купить этот гель. Я позвонила Виктории, это хозяйка этого чата, вот, и говорю: «Виктория, мне надо собачке гель». И Виктория сказала: «Ну, лучше там зарегистрироваться, будет дешевле и так далее, вот, и подарки, подарки». Я: «Нет, никакие подарки не хочу, я даже слушать не хотела». Я вот сказала: «Не-не-не, мне только гель», и все. На что Виктория ответила, что: «Возьми еще бандио, это для чистки ванн и унитазов, это для собачки». Она говорит: «Я не знаю, как тебе вот сказать, вот, но вот классная штука, возьми». Оказывается, все эти средства на основе мыльных орехов. Вот. Я давно хотела попробовать эти мыльные орешки, и именно в плане для животных. Но когда я на форум зашла, женский, почитала, вот такие орешки, они продаются, да, девчонки пишут: «Классная штука, ну такой, ну, настаивать их надо, вот эту воду, вот вечно там». Ну, в общем, не захотела я заморачиваться. Здесь, оказывается, все натуральное, все на фоне этих орешков. Они убивают, там удаляют или работают с 14 видами каких-то там бактерий и так далее. Ну вот я подумала, почему бы и нет. Вот. Ну и взяла еще такое средство, которое для посуды. Вот, для посуды. Кстати, муж сразу же заценил это средство. Сказал: «Ух ты, классно, я тебе буду помогать мыть посуду». Вот. Ну, хотя у нас это все в пределах нормального, разумного, да, мы друг другу помогаем. Вот, обалденное средство, и я ним мою всякие овощи, да, вот, когда они там такие прям жирные сверху, ну, классно, оно все сходит, и ты, по крайней мере, не переживаешь, что ты внутрь еще себе какой-то там, не знаю, фэри или еще что-то оставляешь, да. Все натуральное. Так вот, началось с того, что я взяла это баньё и сразу же помыла ванну. Ребята, я пожалела, что я не сфотографировала, не сняла, вернее, видео, потому что разница очень большая между тем, что было, что стало. Потом я собачку покупала в этом геле, вот, и покупалась сама. Вот, мне понравился вот для моего тела, ну, это то, что нужно. У меня кожа такая сухая достаточно, вот, но мне очень понравился этот гель. Вот я, кстати, прям эту коробочку потом себе купила большой, да, а вот эту оставила прям своему пекинесу, вот. Ну, а потом расскажу, что я взяла это баньё и развела его, вот, и начала, ну, и помыла собаку в нем. Даже сделала половину, вот я попшикала, да, половину шерсти баньем, половина гелем, вот. И, слушайте, вот там, где ушки, там, где хвостик, там, где такие катышки какие-то, вот оттуда прям стекает вот серая вода, оттуда стекает вот это вот все грязная, собака реально сейчас не чешется, то есть я думаю, там какие-то были
проблемы, какие-то были проблемы, ну, наверное, действительно какая-то инфекция или что-то вот такое, да. Поэтому, ребята, у кого есть животные, у кого есть собачки, я знаю, у многих такая проблема, прям врачи не могут помочь, питание не может помочь, питание самое лучшее не может помочь. Вот берите вот этот гель и баньё и пользуйтесь. Ну и скажу, у меня руки совершенно перестали сохнуть. Вот. Я следующий заказ уже сделала с подарками, уже зарегистрировалась. Вот. Сделала со скидкой, сделала с подарками. Вот. Мне очень нравится эта продукция, нравится экономить время свое, потому что очень быстро убирается все, очень надолго хватает этой чистоты. Я вам следующий заказ свой покажу обязательно, что я заказала в следующем заказе. Но, друзья, я когда попробовала это все, я подумала, вот он бизнес, потому что я работала со здоровьем, но так обидно, что людям надо доказывать, что им нужно их здоровье. Вот. С косметикой я не работала, ну, уход за кожей, да. Опять же, хорошая косметика, она стоит дорого. Опять же, надо рассказывать, почему, как. Вот здесь, ну, для меня это кажется такой крутой бизнес. Ты взял, попробовал, дал кому-то, да. Дал кому-то попробовать, или рассказал, или показал, было, стало. То есть люди не боятся приобретать именно для ухода за домом, для, ну, для ванн там, именно вот эти вот вещи. И они, когда первый раз попробуют, вот точно так, как и я, вот я не знала, какое качество, да, но сейчас я понимаю, что это очень круто, и я уже не представляю, как можно другими средствами пользоваться. Оно все очень, ну, можно разводить, да, такой вот классный, очень экономично, получается в итоге бюджетно, вот, и масса промоушены, какие-то акции идут в компании прям постоянно. И я вам расскажу, как я пользуюсь этими промоушенами, как я пользуюсь акциями, что я для себя выбираю. Вот так у меня наступил мой год бычка. Ну и, ребят, буду рассказывать, что я делаю, как я зарабатываю, как я строю команду, как я пользуюсь, как я себя чувствую, потому что есть что рассказать. Всем пока-пока. С вами была на связи Любовь Долгая.